Михаил Саакашвили поблагодарил Владимира Зеленского у себя в Facebook. Цитируем слова в оригинале. В отличие от премьер-министра Шмыгаля, президент Зеленский обсудил с президентом Грузии Зурабашвили вопрос освобождения незаконных задержанных в Грузии украинских моряков. Они уже в течение многих месяцев совершенно без оснований томятся в грузинской тюрьме, потому что им не посчастливилось оказаться на одном судне сотрудником моей государственной охраны в бытность моего президентства, хотя они осуществляли право мирного прохода у грузинских берегов, что полностью в рамках и грузинского законодательства, и международного права. Президент Зеленский потребовал их немедленно освободить. Надеюсь, это скоро даст свои результаты, потому что ни одно уважающее себя государство не может допускать такого беспредела по отношению к своим собственным гражданам. Не говоря о том, что перечни грузинские власти ведут себя как сомалийские пираты. Спасибо президенту Зеленскому, что не оставляет в беде украинских граждан.